В Сыктывкаре завершились вторые открытые молодежные арктические дельфийские игры. На церемонии закрытия подвели итоги соревнований. Всего было разыграно 28 комплектов наград. В играх участвовали около 600 ребят из 34 регионов России и зарубежья. Юные таланты соревновались по 10 номинациям. Они играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали, показывали свое мастерство в изобразительном и кулинарном искусствах, художественных ремеслах, а также в фотографировании. На галоконцерте участники исполнили специально подготовленные номера, отражающие колорит Арктики. Кроме того, для гостей провели экскурсии. Они посетили выставки и учреждения культуры Республики Коми. Первые молодежные арктические дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре в прошлом году.